Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости моего YouTube-канала. Всех православных поздравляю с верным воскресеньем, католиков с Пасхой. У нас немного не совпадает Пасха, неделя разница. Счастья всем, здоровья, пусть все-все у вас будет хорошо, тепла вам. У нас второй день плюс 24, семейного уюта, чтобы все болезни проходили стороной. Чуть дальше много плодовых деревьев тоже цветет, и это вот под окнами прям под окном у моей спальни. Запах обалденный. Надеюсь, вам слышно, как поют птицы. Природа оживает, радуется. Давайте мы вместе с ней порадуемся жизни. Все у нас будет отлично. С праздником, друзья. Пока-пока. Не удержался. Хочу еще показать сад с другой стороны. То есть это все белое, все цветет. И вот за тем большим деревом с той стороны как раз мой дом. А я вот на параллельной улице припарковался. Вот моя машинка. Такая красота. Птиц, я думаю, тоже хорошо слышно должно быть.